Рекордное количество участников, 1100 пар, собрал межрегиональный турнир по бальным танцам. Возрастных ограничений для участия в хрустальном башмачке нет, а вот в профессиональном плане все строго. О высоких каблуках, высоком уровне и о том, сколько времени нужно, чтобы станцеваться, в нашем материале. Румба, танго, квикстеп и вальс. И меньше минуты, чтобы доказать, что они лучшие. На площадке десятки пар, и все это походит на большой танцевальный праздник, а не на соревнования. Но за парами внимательно следит жюри. Это спорт, и тут есть место и победам, и поражениям. Анна и Игнат уже 5 лет танцуют вместе. За это время нашли друг другу подход и успели понять, танцы бальные совсем не банальные. Я танцую 7 лет, он танцует. Я 10. У меня просто мама повела на танцы, и с того момента я начал танцевать. Почему вам нравятся бальные танцы? Ну, потому что это как-то, ну, как не банально. Многие сейчас занимаются танцами живота, там, брейк-дансом, поп-танцами, ну, всякими танцами. А бальные танцы, как бы, ну, не все ими занимаются, ну, немногие о них слышат. Костюмы – часть шоу. В пайетках и стразах все, от мала до велика. Девушки же на хрустальном башмачке не в башмачках, а на шпильках. Годы тренировок, и вот она – пластика, отточенность и легкость движений. Самым старшим участникам конкурса 50 лет. Но в этом виде спорта главное не возраст, а красота. Красивый вид спорта. Это, ну, можно сравнить с искусством. Это искусство танцевать. То есть тут нет насилия, тут культура общения между мальчиками и девочками. Вот. Красота музыки, танца. Вот. То есть это воспитывает в ребенке культуру. В этот раз на самарский паркет вышло 1000 пар. Финальные выступления, начавшись рано утром, закончились глубокой ночью. Нина Ванина, Татьяна Карпова, Сергей Попов. Новости губернии.